Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами на уроке русского языка. Желаю вам удачи! Тема нашего урока – родительный и дательный падежи, природа и народное искусство. Сегодня на уроке мы сможем строить высказывания по вопросам и опорным словам, определять род, число, падеж имен существительных. Подготовьтесь к минутке чистописания. Напишите пословицу «Где родился, там и пригодился». Как понимаете пословицу? Главный смысл ее в том, что человеку не обязательно стремиться в другие города и страны, чтобы жить и работать там на благо общества. Отгадайте загадку. Деревянные подружки любят прятаться друг в дружке, носят яркие одежки, называются матрешки. Сравните картинки и найдите в них как можно больше отличий. Назовите, опираясь на таблицу, кто и что есть на первом рисунке и кого чего нет на втором рисунке. Есть кто? Ёжик. Нет кого? Ёжика. Есть кто? Птица. Нет кого? Птицы. Есть кто? Бабочка. Нет кого? Бабочки. Есть что? Яблоко. Нет чего? Яблоко. К какому падежу относятся слова первого столбика? К именительному. К какому падежу относятся слова второго столбика? К родительному. Обратите внимание на окончание имен существительных в родительном падеже. Что вам помогло определить падеж? Верно, вопросы «кого?», «чего?». Почему к некоторым словам задавали вопрос «кого?», а к некоторым словам вопрос «чего?». Верно, это одушевленные и неодушевленные имена существительные. Познакомимся с правилом. Имена существительные в родительном падеже отвечают на вопросы «кого?», «чего?» и употребляются с предлогами «у», «около», «от», «без», «из», «до», «для», «вокруг», «с», «после». В предложении имена существительные в родительном падеже являются второстепенными членами. Назовите вопросы и предлоги родительного падежа. Верно, молодцы. Ставьте подходящие по смыслу предлоги в словосочетание. Проверяем. Вышли из леса, свернули с дороги, доехали до Актау, добрались до дома, выехали из города, долетели до Костанае. Проведем исследование. Матрешка – наиболее известный и любимый всеми русский сувенир. Матрешкой называют игрушку, изображающую девочку в сарафане и платочке. Красная узорчатая шаль прикрывает светлые волосы. Яркий сарафан с нарисованным на нем пышным букетом цветов. Рукава светлой блузки тоже украшены в русском национальном стиле. У нее красивые черные глаза, густые брови. Она легко разбирается. В каждой большой живет маленькая.
а в маленькой еще меньше. Продолжая исследовательскую работу, вам необходимо прочитать текст в учебнике на странице 29 под номером 2. Выпиши предложение с выделенными словами. Определи падеж и число выделенных слов. Выдели окончания в одинаковых словах. Сделай вывод о том, каким членом предложения является каждое имя существительное. Дальше подготовь высказывание по вопросам и опорным словам. При необходимости воспользуйся дополнительными источниками информации. Где используют мастера природные узоры? Что ты знаешь о декоративно-прикладном искусстве? Сегодня на уроке мы узнали, на какие вопросы отвечают имена существительные в родительном падеже. Узнали, с какими предлогами они употребляются. Наш урок подошел к концу. Новых вам открытий! До свидания!